Уважаемые жители и гости Верхнеуральского района, на территории учтили случаи незаконной рыбалки. Так, 7 октября 2019 года два брата, жители Варнинского района Челябинской области, приехали на озеро Чебачье-2, являющееся особо охраняемой природной территорией, расположенной вблизи поселка Подольский Верхнеуральского района, с целью незаконной рыбалки. Братья для отдыха установили палатки на берегу озера, после чего расставили привезенные с собой рыболовные сети в озере и стали ожидать улов. Указанные граждане были задержаны в ходе совместного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции и сотрудниками особо охраняемой природной территории, а также сотрудниками Федерального агентства по рыболовству. Было установлено, что братьями незаконно добыли 141 экземпляр рыбы породы пелить и 5 экземпляров породы карп. Согласно установленных законам такс, стоимость рыбы значительно отличается от рыночных. Так, например, стоимость одного экземпляра рыбы пелить и карп составляет 925 рублей, независимо от веса. А в случае незаконного лова рыбы на особо охраняемой природной территории в водоемах сумма ущерба увеличивается в 2 раза. Таким образом, сумма причиненного экологического ущерба от действий братьев составляет более 270 тысяч рублей. За незаконную добычу вылов водных биологических ресурсов статья 256 Уголовного кодекса предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а также в виде лишения свободы до 5 лет. Кроме того, придется возместить стоимость ущерба, причиненного преступлением. Дополнительно сообщаем, что запрещен вылов биологических ресурсов в период нереста на самоходных транспортных плавающих средствах с применением взрывчатых и химических веществ, электротока и запрещенных орудий и способов массовых истреблений водных биологических ресурсов. В 2019 году в МВД России по Верхнеуральскому району возбуждено 5 уголовных дел данной категории.